Фестиваль уличного спорта организовывают в Южно-Сахалинске. Инициативная группа спортсменов и танцоров уже работает над созданием предварительной программы. В пятницу на площадке перед ледовым комплексом «Кристалл» состоялась встреча с организаторами спортивного мероприятия. Обсуждали главные задачи фестиваля и выбрали ответственных за различные направления. Мы хотим вовлечь представителей всех уличных спортивных субкультур и танцевальных, для того, чтобы они самопрезентовали себя. Это агрессивные ролики, это трюковые самокаты, скейты, велосипеды BMX. На Дальнем Востоке уже много лет проводят подобные фестивали уличного спорта. Однако для Сахалина такой спортивный праздник – новая идея. Организаторы планируют открыть для островитян более 20 спортивных и танцевальных площадок. Состязания будут проводить даже для самых маленьких спортсменов. В соревнованиях на роликах примут участие дети, начиная с 4 лет. Сегодня организация фестиваля уличного спорта идет полным ходом. Для каждой спортивной площадки уже определено место. Есть возможность провести вот мероприятие по воркауту, по новому направлению фитнес на батуте, про джампинг. И вот мы действительно только-только привезли и открываем это направление, хотим уже на фестивале это предоставить. К сотрудничеству в подготовке спортивного фестиваля приглашают тренеров и спортсменов Южно-Сахалинска. Желающие могут обратиться к организаторам мероприятия и предложить свое спортивное направление на фестивальную площадку. Событие, важное для любителей уличного спорта, символично состоится в день физкультурника 13 августа.